Всем привет! Сегодня я, как и обещала, покажу вам свой второй артбук, который я сделала целиком своими руками. И он будет в более холодной цветовой гамме, ну и на улице стало уже намного холоднее, снимать там трудно, поэтому снимаю дома, снова белый фон, и давайте начнем. Он у меня на этот раз на вот таких ленточках, чтобы было больше интриги, конечно же. Первый разворот, вот такие вот две девочки. Одна поймала космос в кружке, наверное, чая, потому что глупо пить что-то холодное, когда холодно. А вторая поймала звездочку, надеюсь, вам ее видно, и у нее из волос сыплются стразы. Второй коллаж более такой грустный и безысходный, я бы сказала, потому что вот эта девочка с букетиком лаванды еще ничего, но вот эта, посмотрите на ее лицо, и она держит связку из воздушных шаров в виде часов, или часов в виде воздушных шаров, я еще не решила. И тут же уже последний разворот. В этом артбуке, кстати, на одну работу больше, чем в предыдущем. В общем, здесь вот такая девочка с птичкой. Птичку размыла, и поэтому она такая не очень хорошая. А вторая девочка со звездочкой. И, в общем, звездочка расплылась от клея. Да. И давайте я вам, как и в прошлый раз, покажу свой артбук целиком. И в конце я хотела бы сказать вам большое спасибо за то, что у вас уже 2000, мне очень важна ваша поддержка, я читаю все приятные комментарии и вообще все комментарии. И если вам интересно, как сделать такой же артбук, если вам понравились оба моих артбука, которые я показала, то ставьте лайк этому видео, и я думаю, что в следующем выпуске я уже покажу, как делать его. Следующий мой выпуск будет посвящен новогодним коллажам, новогоднему артбуку, и мы сделаем его с вами вместе. На этом у меня все. Пока!